Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет семян и наш сюжет «Антифейк. Стоп-подделка. Покупайте только качественные семена в нашем интернет-магазине». В моих руках оригинальная упаковка с семенами голландской компании Bayer Zaden. Это упаковка шпината Spiros. В данной упаковке 50 тысяч семян. На упаковке размещена следующая информация. Логотип, штрих-код, название культуры, номер лота, количество семян в данной упаковке, масса 1000 семян, название сорта или гибрида, в данном случае это гибрид, значение F1 это означает гибрид. Размер семечки, семена калиброванные, название культуры, шпинат. Чем обработаны данные семена? Девиз компании Bayer. На обратной стороне упаковки размещена информация о мерах использования данных семян и полная информация, как необходимо использовать семена на русском, украинском, английском языках. Сейчас я открою упаковку, и мы с вами посмотрим, как выглядят семена компании Bayer Zaden, а именно шпината Spiros. Я открываю упаковку. Вот они, семена шпината. Семена обработаны, окрашены в зеленый фирменный цвет компании Bayer. Смотрите, насколько красивые семена. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет семян. Покупайте только качественные семена в нашем интернет-магазине. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.